на пути моей добрый судьбы открывается дверца, и ты мной доволен. Боже, спасибо за радость, удачу, здоровье, поддержку друзей и природы, за то, что я утром открыла глаза, за веселье, идеи, чистую воду, за то, что свободно дышу, и ногами хожу, улыбаясь в любую погоду, за то, что меня ярко зуб паруса на земле. Оказывается, я снова не спала сутки, 24 часа, быстренько поспала днем 3 часа, решила снять клип на песню «Проходи мимо», ну а дальше тоже моя заиграла. Вообще снимала черновик дома, а его и оставила. Я сидела на остановке, монтировала. Идем. Попала под дождь, и это время провожу продуктивно. Нет, ну как у любой будет зад, если она так заберет? Ну вот я прямо стою. По-моему, у меня фигура уже сильно изменилась. Я стою прямо, вот. Я стою прямо, вот. Вот я изогнулась. Это гиперлордоз. Подвернутый таз. Подвернутый таз. Прямой живот. Она сказала вам. Мне уже очень нравится мой внешний вид и та активность, которая есть сейчас. Из-за того, что много не сплю, соответственно, и много энергии тратится, даже лежа в монтаже. Перед сном успела заказать продукты. Кстати, я уже сутки не сплю. А когда ела, ну, днем, наверное, вчера. Мне приехала доставка «Пятерочки» на 1800 рублей. Скоро сделаю подбивку расходов на продукты за месяц. Там будет вообще что-то микроскопическое, потому что очень мало ем. Здесь все мое самое любимое. 2 курицы, 10 творогов, 12 литров тархуна. Ну, слава богу, мне все эти 30 килограмм принесли. Капуста и красные яблоки. Ну, что еще может быть лучше? Я все это обожаю. А сейчас пришло самое время разборок с Альфа-банком. Вы помните, что я на ваших глазах заказывала кредитную Альфа-карту. А также давала ссылку для того, чтобы вы тоже ее сделали и получили свои бонусы и годовой беспроцентный период. В общем, там есть годовой, а есть двухмесячный. И что касаемо двухмесячного, возникла нестыковка. Вот они мне зеленым по серому пишут, платеж вносить не нужно. А сколько говорили вносить ежемесячно, столько я и вносила. 300 рублей, 10 тысяч, 300 рублей, 10 тысяч. Я очень добросовестный плательщик, у меня стоит напоминание, когда платить. Я вношу всю сумму, которую необходимо. А оказалось, надо вносить не то, что написано зеленым, а что-то запредельно другое. И вот я вижу те самые набежавшие проценты, их 3000. Откуда они взялись? Оказывается, беспроцентный период у них составляет короткий 60 дней. И все, что вы потратили за эти 60 дней, через 60 дней нужно внести. Неважно, сколько там чего они пишут, вы сами заходите отдельно во вкладку своих трат, задолженности и погашаете все, что потратили за эти 60 дней. И вот когда вы все погасили, обнулились, так сказать, вот с этого момента начинается новый период 60 дней, когда можно нещадно тратить, но через 60 дней все вернуть. И тогда уже процентов не будет. Но Сбербанк же пишет по-человечески. Он сразу говорит, сколько надо внести рублей денег, чтобы процентов не было. Кстати, можете меня поздравить с прогрессом. Я отвязалась от комментариев к чужим постам. Мне было очень обидно, да меня вообще просто бомбило, когда я видела, когда постройневшим, ухаживающим за собой, красивым женщинам пишут ужасные комментарии. Мне хотелось их защитить, вступиться, показать противоречия в словах этих комментаторов. Но сейчас я и об этом тоже все поняла. Сейчас мне и там тоже параллельно, что это они говорят о себе, они всего лишь изливают свой личный негатив, свое восприятие показывают, и к человеку это никакого отношения не имеют. И вот, например, я чувствую себя абсолютно защищенной и в полной безопасности. Вы только посмотрите на эти сердечки, ну что за крабик замечательный, жемчужный? А как вообще голове легко? Но конец-то! Угу. Мой красти крабик.
Я как будто внутри светящегося энергетического священного шара, и стрелы, не долетая до меня, падают. И я на этом шаре вздымаюсь вверх, и они вообще не досягают даже меня. Это метафорически, а на самом деле у меня даже уже прошло сострадание, мне просто параллельно. Ну да, такое бывает, и что? Да, бывает, и что? Меня это не касается, у меня другое. Но если есть о чем посмеяться, будем смеяться, правда? Мы же это любим.